Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – поэзия Анны Ахматовой. Ахматова – русская поэтесса Серебряного века, переводчица и литературовед. Считается одной из лучших представительниц поэзии всех времен, неофициальной царицей русской поэзии. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Ахматова как представитель школы акмеизма. Творческий путь Ахматовой. Любовная лирика Ахматовой. Зрелые годы Ахматовой. Женская поэзия Анны Ахматовой. Как известно, кризис символизма способствовал появлению двух новых поэтических течений в России начала XX века – акмеизма и футуризма. Если идеолог символизма Брюсов утверждал, что поэзия должна быть автономна, то молодые реформаторы заявляли, что искусство слова нуждается в определенной сверхзадаче. Возникновение акмеизма связано с именем петербургского поэта Гумилева, мужа Ахматовой, одной из лучших представительниц поэзии всех времен. Неофициальной царицей русской поэзии. Анна Андреевна Ахматова, Горенко, настоящая фамилия, русская поэтесса Серебряного века, переводчица и литературовед. Родилась 23 июня 1889 года в Одессе, Украина. Училась в Киевском национальном университете и в Петербурге на историко-литературных курсах. Поэзия Ахматовой – это, безусловно, женская поэзия, сильная и прекрасная. Это ярко выраженная поэзия женского сердца, которая передает все внутренние страсти, переживания, мечты, разочарования, характерные для каждого любящего женского сердца. Именно так выступает лирическая героиня стихотворений Ахматовой. Она обращается как бы от имени отдельной обычной женщины, способной любить и желающей быть любимой. Любовная лирика Ахматовой. В своем творчестве Анна Ахматова представляет читателям невероятное многообразие именно женских судеб. И надо сказать, что ее читатель – это не только женщина, но и не реже мужчина, к которому она обращается. Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха. Ты напрасно бережно кутаешь мне плечи и грудь в меха, и напрасно слова покорные говоришь о первой любви, как я знаю эти упорные, несытые взгляды твои. Это не просто молодая девушка, а уже знающая жизнь, умеющая правильно оценить происходящее. А в следующем стихотворении она сама невинность, но при этом хорошо понимающая, что можно делать, а что нет. Я с тобой не стану пить вино от того, что ты мальчишка озорной. Знаю я, у нас заведеной, с кем попало целоваться под луной. По выражению Калантай, Ахматова подарила миру целую книгу женской души. И это действительно так. Среди образов, созданных поэтессой,
встречается целая галерея жен и любовниц, матерей и вдов, подруг и муз. Все эти пестрые образы переплетаются, как бы перетекают один в другой, создавая маленькие, бесконечные женские истории. Лирическая героиня Анны Ахматовой меняется с годами, вырастая из юной, неопытной девушки, искренне верящей в жизнь, любовь к нему единственному, в женщину искушенную, прожившую богатую впечатлениями жизнь и знающую цену настоящему счастью. Я научилась просто, мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу. И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. Надо сказать, что для лирической героини Ахматовой характерна какая-то вечная грусть и тоска. Она словно чувствует, что на самом деле придется пережить автору этих прекрасных стихов, нелегкую жизнь и судьбу женщины-поэта. Для зрелой Ахматовой характерными станут мотивы безответной, неразделенной любви, какое-то предчувствие разлуки и конца вечной любви. Ахматова и Модельяне. Криптограммы известны с древнейших времен. По сути, они представляют эти древние времена. Не случайно криптография – отрасль палеографии. Само слово «крипто» означает «тайны», «скрыты» и, как сказано в толковых словарях, представляет часть сложных слов, указывающие на какое-либо скрытое, тайное действие или состояние. Конец века всегда относит людей к древним временам. Возрождаются отрасли древних наук. Вдруг появляются их представители – маги, шаманы, экстрасенсы. Конец 19-го, начало 20 века – время обращения к древним наукам, текстам, поиск чего-то нового. Этим занимаются поэты, художники, люди искусства. Поэты зашифровывают мысли, художники используют какие-то символы, детали, которые открывают целый мир. Всем известны рисунки, портреты Анны Ахматовой, работы Модельяне. В 1993-м они экспонировались в Венеции и других городах Европы. Бросаются в глаза две буквы, из которых складывается знаменитая ахматовская челка. ГАГ. За ними цифра 10. Г – это Гумилев. Тогда Ахматова носила фамилию мужа. А – это Анна. Джи – это Джунь, то есть июнь, французская. А 10 – это 1910 год, время пребывания Анны Ахматовой в Париже. Можно написать целую книгу о том, как люди сначала ничего не замечают, а потом вдруг начинают прозревать и видеть ранее незамеченное ими. В истории искусства и науки фактов для такой книги более чем достаточно. Но вернемся к Модельяне и Ахматовой. Несмотря на то, что Модельяне изображал ее в виде египетских цариц и танцовщиц, о чем писала сама Ахматова, не было ни одной попытки найти хотя бы одно такое же изображение. Точного фотографического сходства и этих портретах нет. И это оказалось непреодолимым барьером. Как будто предвидя это, Ахматова в своем очерке о Модельяне пишет, что ему важно было не сходство, а поза. В записных книжках, описывая главное действие поэмы «Без героя», новогодний маскарад, она воображает себя Нефертити, работой Модельяне, а в статье «Амадео» Модельяне пишет: «В это время Модельяне бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта.
Очевидно, Египет был его последним увлечением. Работы Модельяне, о которых упоминает Ахматова, называются в основном портретами женщины, хотя есть все основания именовать их портретами Анны Ахматовой. Ни одну другую женщину Модельяне не изображал такое множество раз. Ахматова приводит его слова: «Вы во мне как наваждение». По всей видимости, это не было преувеличением. С момента их первой встречи в 1910 году Модельяне 3 года работал над одним и тем же образом. Никто не знал о его тайной музе. Еще в 1907 году Модельяне говорил, что ищет тайное и подсознательное в человеке. Ахматова оказалась подходящей моделью для Модельяне не только потому, что внешне, как он считал, напоминала египтянку, но и потому, что только она и могла его тогда понимать. «О, это можете только вы», — говорил он ей и поражался передаче мыслей. Она же считала, что искусство внедряется в запретнейшие зоны естества. В их взглядах оказалось много общего. Позднее в записных книжках мы находим строчки о Модельяне. Модельяне очень жалел, что в них таятся какие-то чудеса. По-видимому, это не имело особого значения. Чем глубже вчитываешься в Ахматову и чем внимательнее разглядываешь работы Модельяне, тем отчетливее понимаешь, какое огромное значение имел каждый из них в жизни и творчестве другого. Такая невинная, казалось бы, подробность, как превращенная в инициалы и дату челка египтян, дает ответы на многие вопросы и позволяет сделать некоторые предположения. Рисовал ли Модельяне Ахматову во время ее пребывания в Париже в июне 1910 года или после отъезда по памяти? Теперь можно с большей уверенностью утверждать, что это было именно во время пребывания в Париже. Вопрос, какие рисунки были выполнены в 1910 году, а какие в 1911 году, теперь упрощается, так как в 1911. Модельяне не возвращался к манере рисунка с зашифрованной челкой. Доказать, позировала ли Ахматова для него, очень важно и можно. Но это уже тема отдельного исследования. Вспомним, кстати, самое значительное, что сказала Ахматова о рисунках, которые Модельяне дарил ей. «Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома. Эти рисунки дарил мне. Их было 16. Они погибли в Царкосельском доме в первые годы революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуется его будущий ню». Гражданская позиция Ахматовой. Не стоит забывать, рассматривая творчество Анны Ахматовой, что она принадлежит к тем поэтам, которые старались раскрыть ценность каждого отдельного слова, так же, как и ценность обычного, предметного, окружающего их мира. Ахматова, как и все ее коллеги-товарищи по цеху поэтов, пришла в поэзию со своими собственными убеждениями, идеями, умением любить реальную земную жизнь со всеми ее поворотами и переживаниями. Кроме того, творчество Ахматовой отражало этапы жизни поэтессы, ее реальную жизнь, такую похожую на жизнь многих и многих других русских женщин ее поколения – любовь, война, аресты, репрессии. Она умела работать, даже замолчав. Занималась переводами, например, китайской поэзии, во время, когда следили за каждой, вышедшей из ее пера, строкой. «И вовсе я не пророчица, жизнь моя светла, как ручей, а просто мне петь не хочется под звон тюремных ключей».
Через многое пришлось пройти царице русской поэзии. Имя Анны Ахматовой замалчивается сразу же в послереволюционные годы, после того, как в 1921 году был арестован и в скором времени расстрелян за контрреволюционную деятельность ее бывший муж Николай Гумилев. Сталинские репрессии 30-х годов также не обошли Ахматову, поскольку в это время был арестован и сослан ее сын, философ и писатель Лев Гумилев. Необходимо отметить высокую гражданскую позицию поэтессы, которой она не изменила на протяжении всей своей жизни. Еще в 1922 году Анна Ахматова выразила свое отношение, свою личную позицию, а также мнение целого поколения тех людей, кто оказался в изгнании, при этом оставшись жить в своей стране, в России. Так в стихотворении «Не с теми я, кто бросил землю» она высказывает протест против высылки интеллигенции в отдаленные места проживания. И вместе с этим обозначила позицию тех интеллигентов, кто оказался, по сути своей, в внутренней эмиграции. Все они достойно принимали это испытание, свой жребий. Что касается личного, надо сказать, что тему любви, присутствующую и поющую в душе и творчестве у ранней Ахматовой, поэтесса смогла пронести через всю свою жизнь. Она не изменила ей и своей лирической героине, не покинула их даже в самые, казалось бы, безнадежные и тяжелые минуты ее жизни. Так дни идут, печали умножая. Как за тебя мне, Господа, молить? Ты угадал, моя любовь такая, что даже ты ее не мог убить. Энциклопедия жизни русской интеллигенции. Большая часть русской интеллигенции восприняла Великую Отечественную войну как искупление за исторический грех, происшедший революцией и отказа от веры, от Бога. Точно так восприняла войну и Анна Ахматова. Она считала, что этот грех русского народа и обернулся страшной трагедией. Но поскольку она сама часть этого народа, то должна вместе с ним достойно нести и пережить бремя войны. Стихи Ахматовой военных лет этого периода носят патриотичный характер, что вполне естественно, поскольку мы знаем, что Ахматова глубоко любила свою родину, отметая всяческие предложения об отъезде. Поэтому она и разделила судьбу своего народа, своей страны. Обо всем этом свидетельствуют ее произведения военного периода «Мужество», «Русский язык», «Клятва» и многие другие. В годы войны совершенно больную Ахматову удалось эвакуировать из блокадного Ленинграда, куда, впрочем, она сразу же возвратилась в 1944 году, как только город был освобожден. И как же больно ударило ее постановление ЦК ВКПБ в журналах «Звезда Ленинград», опубликованное в 1946 году, где поэзия Анны Ахматовой объявлялась чуждой советскому народу. Уже напечатанный к этому времени сборник новых стихотворений поэтессы был уничтожен. Ахматову и Зущенко исключили из Союза писателей, фактически оставив их без средств к существованию на произвол судьбы. Сына Ахматовой Льва Гумилева опять арестовали. Не бывать тебе в живых, соснику не встать. 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькую обновушку другу шила я. Любит, любит кровушку русская земля. В 1957 году, после возвращения сына, Ахматова пишет прозаическое предисловие к своей впоследствии знаменитой поэме «Реквием».
А в 1962 году эта поэма впервые была записана, хотя уже долгое время существовала в виде отдельных стихов, прочитанных поэтессой своим друзьям. Поэма «Реквием» отобразила судьбу ее поколения, того, кому выпала трагическая доля арестов и гонений. Эта поэма была актом большого гражданского мужества, поскольку рассказывала горькую правду о трагической судьбе целого поколения русской интеллигенции, о тяжелых невыносимых годах в истории страны. Над произведением «Поэма без героя» Ахматова работала практически 25 лет, и эта поэма становится ее лирическим дневником, в котором звучат и лагерная тема в связи с арестом ее сына в 1949 году, и воспоминания о событиях прошедших, но значительных для нее, и память о тех людях, которые были близки ей на протяжении всей ее жизни. Таким образом, это своеобразная миниатюрная энциклопедия жизни русской интеллигенции, поколения Анны Ахматовой и одновременно еще и ее своеобразный памятник. Необходимо отметить, что в своем более позднем творчестве Анна Ахматова уделяет гораздо большее внимание гражданской патриотической лирике. Хотя обращение к любовной лирике никуда не исчезает и все равно присутствует, но теперь уже любовь не является центром вселенной и единственным интересом автора, не подчиняет себе весь поэтический мир поэтессы. Любовь становится подчиненной реальному миру и происходящим в нем событиям. И эти события также влияют на это возвышенное чувство, отчего оно становится еще более изысканным, отточенным и прекрасным. Чуковский в свое время писал, что творчество Ахматовой до предела вечное, опредмеченное. В ее стихах вещи выражают чувства, эмоции, даже накал страстей. Именно потому никогда не забывается обыкновенная перчатка, которую надевает навсегда уходя отвергнутая, но гордая женщина. Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. В какой-то степени поэзия Ахматовой и документальна. В центре внимания всегда какой-либо маленький факт повседневной жизни, который намекает или выливается в большое событие или даже трагедию. Проводила друга до передней, постояла в золотой пыли. С колоколенки соседней звуки важные текли. Брошено, придуманное слово. Разве я цветок или письмо? А глаза глядят уже сурово, потемневшее трюмо. Филигранная выразительность слова, стиха. Вот отличительная черта поэзии Ахматовой. Не просто поэзии, лирики в самом высоком смысле этого слова. Она уезжала и возвращалась, делала вздох и выдыхала строки о ней, о родной русской земле. Но ложимся в нее и становимся ею, оттого и зовем так свободно своею. Способность поэтического слова одновременно воплотить и переживание, и сопереживание, и отстраненность позволила Ахматовой создать особенные образы, специфическое слово, музыкальные произведения, многие из которых пополнили коллекцию лирических русских песен. Итак, мы изучили тему «Поэзия Анны Ахматовой». Поэзия Ахматовой – это, безусловно, женская поэзия, сильная и прекрасная. Это ярко выраженная поэзия женского сердца, которая передает все внутренние страсти, переживания, мечты, разочарования, характерные для каждого любящего женского сердца.
Именно так выступает лирическая героиня стихотворений Ахматовой. Она обращается как бы от имени отдельной обычной женщины, матери, жены, подруги.